Да. Джоди, привет, это Райан. Райан? Скажи мне, ты получила мое письмо? А, что? Что? Какое? Я 3 дня назад тебе кинул. Ты знаешь, у меня вообще-то проблемы с компьютером. А о чем ты писал? Вообще-то про ужин сегодня в модном ресторане. Ну, теперь уже поздно, так что, может, в другой раз? Черт. Черт, как жалко, я... Ну, а хочешь, приходи сегодня ужинать ко мне? Как раз посмотришь на мою новую квартиру. А, можно, но... Давай 8 часов. Ну, ладно. Обещаю принести хорошее вино. Все, жди. Ясно, зачем ты комп спалил. Чтобы запороть мне свидание. Какое твое дело, Айден? Я сама решу. Заткнись! Заткнись! Мы это уже проходили! Я не твоя собственность! Я буду встречаться с кем захочу! Это моя жизнь! Ты слышишь меня? Это моя жизнь! Знаешь что? А по-моему, Райан классный! Он умный, обаятельный, смешной! Я почти влюбилась! Да, я в курсе, что случилось в баре. Спасибо, что напомнил. Райан не такой. Так, ладно, 7 часов. За час надо убраться, одеться и сделать ужин. Книги. Так, их на полку. Ну вот. Мусорка на кухне. Грязное белье. В корзину в ванной. Так, сюда. Господи, а как же ужин? Надо хоть что-нибудь Хватит, Айден, что ты как маленький?
О. Да, очень смешно, Айден. Надо же, какая романтика. Нужно что-то, что можно приготовить за час. Из тех продуктов, что есть. Острое мясо. Китайское блюдо. Вроде даже не сложно. Курица карри с печеными овощами. Тут нужна духовка, но вроде просто. Пицца на заказ. А что? Без особых изысков, но зато готовить ничего не надо. Это вариант. Курица карри. Такое домашнее блюдо ему понравится. Вот только бы не накосячить. Спасибо, Айден. Ну, вроде все. Черт, не успела. Иду. О, черт. Я хоть в душ-то успею сбегать. Ужин еще не готов. Чем я его угощать-то буду? И что мне надеть? О, Райан. Я тебя заждалась. Секси. Такой он... Меня еще не видел. Можешь даже не стараться. Слышишь? У меня будет свидание. Точка. Иду. Молодец, Айден. Обхитрил меня. Теперь открывай.
просит, открой быстро! Здесь я решаю, а не ты. Хочешь поиграть? Поиграем. Зря стараешься, Айден. Ты мне свидание не испортишь. Взять противень. Ну, теперь в духовку.
Айден, будь другом. Для меня это важно, я на тебя надеюсь. Шато Марго 2001 года. Продавец сказал, очень хороший год. Правда? Здорово. Садись, я принесу. Ну, чем вино открывают? Классная квартира. А? Да, спасибо. Айден, твою ж мать! Давай открою. Нет, нет, я сама. Окей. Спасибо. За новоселье. За новоселье. Ты давно переехала? Неделю назад в управлении подобрали квартиру с мебелью. Если честно... О, черт! Знаешь, это уже не первый раз так. Я думаю, у соседей такой же пульт, наверное. А вырос ты где-то здесь? Нет, я из Орегона. Как ты оказался в ЦРУ? Я закончил колледж, но не знал, кем хочу стать. Был в армии, сама понимаешь, мечтал о приключениях, но в итоге понял, что это не мое. А потом меня нашел вербовщик из ЦРУ, вот и все. Мне надо пойти посмотреть, как там ужин, а то... Признаться, готовить я только учусь. Помочь тебе? Нет, ты посиди, лучше вина налей. Ладно.
Как пахнет. О, это курица карри с печеными овощами. Или что-то похожее на нее. Я даже не знал, что ты умеешь готовить. Все нормально? Да, просто островато. Ну, вкусно, люблю специи. Мы с тобой работаем вместе уже 2 года, а я о тебе ничего не знаю. Так и рассказывать-то нечего. Жила с родителями на базе ДПА, потом меня забрал Нейтан. Ну, а остальное ты знаешь. А с родителями ты общаешься? Нет, незачем. Мне кажется, они вообще боялись меня. Вот, Нейтан и Коул, они вырастили меня. Учили, как жить с Айденом. Принять себя такой, какая я есть. Не всегда получается, но я стараюсь. Скажи, а Нейтан так и не выяснил, откуда у тебя эта связь с Айденом? Нет, не выяснил. Они много чего узнали об инфрамире. Но ничего об Айдене. Кажется, Айден сам не знает, кто он или что он. То есть он здесь сейчас? Слушает нас? Да. Да, он всегда рядом. А у тебя здесь есть родные? Нет. Мои родители живут в Орегоне. Я стараюсь о себе не напоминать. А у тебя есть жена или типа того? Нет, нет. Ну, в смысле, как была. Я был женат, но мы с ней уже 2 года как в разводе. У нас не было шансов. Ну, так уж вышло. Настал момент, когда мы оба поняли, что лучше не тянуть и разойтись. А у тебя? Есть кто-нибудь? Нет. Только Айден, вот. Ну, а среди людей? Знаешь, Айден как бы всегда отгонял от меня людей. А может, я сама? Может, я просто для всех слишком странная. Ты особенная, Джоди. И дело тут не в Айдене. Джоди, что-то не так? Прости. Прости, не думай. Дело не в тебе. Просто однажды не могу кое-что забыть. Ничего. Ничего. Прости. Я, наверное, пойду. Да.